вечер, отдыхаю. Начала я записывать обзор на наушники, записала, значит, все, нажимаю закончить запись, и компьютер у меня завис. И завис, а время идет, как будто бы дальше. Все, и завис. Блин, думаю, я старалась, записывала там. И он завис. Пришлось, подождала, выключила компьютер с горем пополам, включаю. Файл, конечно же, не сохранился. Блин, такое бывает. Первый раз у меня такое. Будет обидно, если вот так на какую-нибудь шоколадку или на что-нибудь делаешь обзор. В итоге пытаешься там, нажимаешь сохранить. Ну, чтобы закончить обзор, да? А он зависнет. Придется там второй раз покупать эту шоколадку, делать все заново. Уже будет не настолько правдивое. То есть первый раз стараешься, вот прям первый раз вместе с вами пробуешь, а второй раз уже будет не так. Вот, короче, включил компьютер заново, подумал, наверное, он уже устал, и я уже тоже устала. У нас время уже 10 часов, сегодня у меня вот последний день отдыха, завтра я уже пойду Диму забирать. Сегодня, естественно, никуда не поехала, немножко порисовала, кстати, не дорисовала, рисовала под веб-камерой. Вот, пока-то у меня сохло, хотела сделать обзор. Не знаю, наверное, буду дорисовывать потом. Все это очень долго, время так быстро убегает, а хочется еще кучу дел переделать, отдохнуть, полежать. Поваляться, надо было, сейчас сижу, думаю, надо было в магазин сходить, мороженку себе купить, перед телевизором покушать. Но у меня зато есть такая вот шоколадка Alpen Gold, вкусненькая. Она уже такая подтаяла, и я хочу ее вместе с вами скушать. Вы мне там уже пишете, вот ты меня дразнишь, ты специально дразнишь. А я подумала, а почему бы не подразниться? Вот она, эта шоколадка. Знаете, у меня всегда была мечта каждый раз после каждой диеты идти, допустим, летом вот так по городу, такая стройная, худенькая, красивая. Держишь вот так вот шоколадку, на тебя все смотрят и завидуют. Вау, она там шоколадку ест, как ей повезло, там, а я на диете вот до сих пор сижу, никак. Идти вот так вот есть и откусывать ее прям. Вкусно прям обалденно. Она уже, смотрите, он падает. Обожаю вот именно капучино Alpen Gold, прям обалденное. Потом ее доем. Хочу протянуть сюда, вытянуть удовольствие. Вот, короче, вот так у меня прошел сегодня день. Я там еще у Димы в комнате немножко кое-что там кроватки поменяла, зашила. Вот потом села в компьютер, думаю, сейчас поищу. Мне надо было для моего носика капельки. У меня периодически закладывает нос. И как бы об этом ролик я сделаю попозже немножко. Что там, как это лечить, что там, как надо. Вот, решила заказать, найти где подешевле. И в итоге просто воткнулась в этот компьютер. И прямо на часов с трех. Часа 3-4-5, уже даже побольше. А, ну я там еще рисовала. Ну, часа 3, да, я просидела. Ну, это как обычно у меня бывает. В этом нет ничего страшного. Да, стену я, кстати, не нарядила так своими рисунками. Они лежат здесь. Не знаю, я думаю, с чего начать, как наряжать их. Вернее, как их друг дружке приклеивать по темам. Или просто в разнобой, какие нравятся, какие не нравятся. Но я хотела посередине сделать интерьер. Но с интерьером у меня только один рисунок. Надо еще два.
Вот. Ну, не знаю, либо просто в разнобой хочу занять вот так всю полностью стену. Потом думаю, когда стена закончится, у меня еще над телевизором, над компьютером стена есть. Вон там в углу еще стена есть. Вот, ну это, наверное, не скоро. Потому что времени нету у меня особо рисовать. А приклеить вот надо, наверное. Не знаю, когда я займусь теперь этим. Планирую заняться уже очень давно. Вот, сейчас я буду легла вот смотреть телевизор. Вчера я, кстати, смотрела телевизор, нашла такой классный канал, там вообще показывают с границы, как они там путешествуют по лесам, такие леса, там лес на воде, представляете? Я еще думала включить камеру, думаю, по правилам YouTube, думаю, можно показывать то, что на телевизоре происходит или нет, думаю, а вдруг нельзя? Думаю, ну, как бы тоже канал свой жалко. Я не хочу его терять, я не хочу, чтобы его удаляли. Но думаю, я потом им расскажу. Вот там такая красота, все такое четкое, зеленое такое, цвета яркие прям такие. За границей у них камеры, что ли, лучше гораздо, чем у наших, не знаю. Вот, и такой лес стоит на воде, так красиво, такие пейзажи. А потом там был эти, передача есть Top Girl. Top Girl, да, по-моему, называется. Я раньше очень давно смотрела. А это там три мужика купили три разных грузовика и поехали путешествовать на них. Как там проходимость будет, там все такое. Вот они там куда-то приехали, а там горы. Там горы красивые-красивые в горах, в этих джунглях. Не знаю, это настолько все ярко, настолько красиво. Просто деревья, какие-то пальмы там. Какие-то небо такое, большое небо, красивое, облака, блин, я думаю, люди живут, думаю, какая у них красота, как у них все шикарно, ну, как им повезло. А живут там как раз был какой-то городочек, в котором нету даже сотовых телефонов, то есть там вообще связи нету. Они не знают наверняка, что такое телевизор, сотовый телефон, там камеру уж подавно, да. Но, тем не менее, у них, кстати, продаются напитки металлических, вот этих жестяных, что ли, как они там называются, баночках металлических. То есть магазин, видимо, вот завозятся вот эти вот. Не знаю, когда они там появились, эти баночки такие. Вот. И народ такой, конечно, живет там бедненько. А у них это... то есть они все моются на улице, какие-то трубы, из них текет вода. Такое озеро небольшое, вот они туда заходят, отдельно мужчины моются, отдельно женщины. На улице там какие-то туалеты, я смотрю на это все, думаю, вот люди живут. Думаю, никакой антисанитарии там толком нету, спят они там на каких-то тряпках, каких-то хижинах. Я так сижу на свою квартиру такая, смотрю, блин, думаю, как хорошо, а? Своя квартира, у себя дома. Чистенькая постель, главное, постель, да, там с матрасиком, чистенькая, аккуратненькая, там, беленькая, свой душ, который пойдешь в свой душ, помоешься, спокойненько, никто тебе будет там не мешать, не говорит там, давай, давай, быстрее, там, очередь собралась, и шо, что ты там копошишься 3 часа в ванной, там, спокойно прилечь в ванную, да, вот как это классно все-таки. На кухне, захотел там, что захотел, приготовил. Каких-то продуктов не хватает, пошел в магазин, купил, деньги есть, да? А там, я не знаю, даже магазины, ну, какие-то есть, но, наверное, с продуктами там тоже сложно. Приготовить на полу они там все это готовят, там на земле, там это грязь. И... Не знаю, мне дико, например. Я думаю, вам тоже посмотреть, это все будет немножко диковато, потому что кто живет в городе, кто вырос в городе, ну, даже кто жил в деревне, мне кажется, тоже немножко, мне кажется, будет диковато. Вот. Такую передачу я вчера смотрела, мне прям очень-очень понравилось. А, и время уже было 3 часа ночи, а я не могу оторваться. Это настолько красиво, это, блин. Я думаю, надо уже ложиться спать, думаю, завтра я включу телевизор пораньше и посмотрю. Что там будут показывать, вот я сейчас буду включать телевизор, смотреть. Не какое-то там кино, а вот это вот прям вообще интересно. Сначала хотела кино найти, нашла какие-то убийства там были, что-то это. Потом решила переключить,
А тут такое-то, такая красота, мне так понравилось. Ладно, я буду тут сейчас докушать свою шоколадку. А то она уже, хотела сказать, устала. Нет, она уже это, таять начинает. И буду смотреть телевизор, потому что у меня уже 22-23 время, уже много. То я опять не успею, опять лягу поздно, встану поздно. Я встала сегодня в 12 дня. Как раз я проснулся, где-то через 5 минут будильник прозвенел. Думаю, хорошо, хоть я будильник поставила, а то я могу тогда спать вообще и до вечера. Вот, завтра я, наверное, тоже посижу дома, наверное, доделаю какие-то дела. Потом схожу в магазин. Да, наверное, скорее всего, в магазин схожу, продукты домой занесу и пойду за Димой. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.